В Татарстане сегодня сопереживают родственникам тех, кто потерял своих близких в страшном пожаре в Башкирии. Минувшей ночью в селе Ишбулдино сгорел дом престарелых. Огонь унес жизни 11 человек. Сегодня прокурор Татарстана Ильдус Нафиков дал поручение проверить соблюдение пожарной безопасности во всех специализированных учреждениях. Сегодня прокуратура республики открыла горячую линию, и можно адресовать вопросы обоснованности или необоснованности цен на продукты питания. Звонки принимают с 15 по 18 декабря. Номера телефонов вы видите на экране. В Казани началась масштабная подготовка к проведению Всемирных зимних игр специальной олимпиады 2022 года. О ходе подготовки сегодня рассказал глава Минспорта Владимир Леонов. Так планируется тестовая всероссийская спартакиада специальной олимпиады. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.